10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Побежал же! И как всегда, Нирвана. Полоса обгона. Надо было брать более быстрый, видимо, кластер, понятно. Не запланирована реклама. Блин. Вот рассчитываешь на пейсера, а нам еще надо добежать. Ладно. Блин. Парень просто бежит и падает. Да, надо уже привыкнуть, потому что классы надо брать быстрее. Отлично, будешь опираться. Блин. Да. Для кого-то трейлранинг. Поймал.
щекочет. Или как ты? Thank you.
надо, не надо, Thank you.
Давай, терпи, терпи. Поворотка денег. Погнал. Ой, извините. Весит, кстати, 100 грамм тапок. Да. Я потеряла эти мои пальцы, все были отдельно. Да, да. Как-то надо не задеть камеру. Надо в камеру, кстати, показать значок. Не знаю, камера видит значок. Сейчас еще покажу. Ой, блин. Потела вся голова. Так, снимала вообще камера? Так, камера снимала 27 минут 45 секунд. И у нее еще 47% аккумулятора. Кстати, мало. Значит, менее чем на час хватает батарейки, вы извините. Вот такой значок, смотрите. Поближе покажу. Вот он. Значок. Можно, кстати, у нее же искажение. Поэтому тут, смотрите, он такой большой, да? Сбоку. Не только первый, следующий. Вода из ногу вкусная. Ноги отлично. Не болит.
Еще будем ждать Настю, я думаю, что она где-то минут через 5 примерно будет. Водичка. Обычно водичка. Спасибо огромное. О, да. Так, да, сразу сюда влево. Где дальше? Поправляем водяной баланс. Мы много потеряли воды. Берем водичку, берем. Так, давайте закинем обратно на голову, чтобы было поудобнее. А мне вчера утром звонит и говорит, а ты где? Наверное, хорошо, что я взял запасной аккумулятор. Такую водичку выдаю, смотрите, как малина. Смотрите, магний, карий, B3, B5, B6. Класс. Да нормально, что я совсем не верил. Я смотрю комеды, не включил. Мы тут так хорошо с людьми общались, вот. Встретили знакомых. О, смотрите, одели елочку, елочке холодно. Можете чуть на камеру сказать, и это все попадет в видео. Так ты поздно включил. Ну, поздно. Обсудили все уже. Да, можно что-то еще обсудить, да. Вон человеку холодно. Наряд мой не снял. Да, смотрите, как вот мы выглядим. А ты видел, какой там кадр вообще? Смотри. Вот там видно. Широкий, вот насадка. Он вот, которая насадка, она снимает все. И мне кажется, вот надо будет глянуть, мне кажется, на забеге будет круто, потому что если я опускаю вот так голову, у меня видно ноги, руки и видно всех людей вокруг вот так. Угу. То есть вот это вот именно в толпе, да, да, она видит, даже если я вот так делаю, скорее всего видно вот так даже. Ага. Вот. Я думал, что знаешь, что кепка будет позакрывать, а она выше кепки получается. Вот это вот шлем попадает. Ну, как бы да. Шлем, да, но шлем можно. Только не забирай, не проедет. Так, смотрите, смотрите, кто это едет. Смотрите, какая толпа, толпа, толпа. Толпа людей на велосипедах. Бегуны. Привет. Привет, привет. 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 Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. А где Ярослав? Привет. А где Ярик? Был где-то. Где-то был. Здорово. Привет, ну, привет. Ну что, ты как? Хорошо. Тоже неплохо. Ты, Настя, как отбегала? Хорошо, ну я за 29. Привет. Чего там, апрель? Отлично, хорошо. Привет, привет. Олег. Привет. Идеально, конечно. Привет. 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 Медальки за забег? Да, медалька. У меня
Чем вот камера у меня сейчас снимает, она сейчас меня вот так видит всего. Что у нее огромный угол. Макс? Да. Чего, вас не пустили? Куда? Кого? Они что-то говорят, с великами не пускают. А, наверх, может, не пускают? Там раньше некоторые прям, ну, там договаривались, чтобы, типа, не было проблем. О, еще группа едет. Кто там, кто там? Ого. Привет, привет. Привет. Как бег? Какое у тебя место? 1900 какое-то из 5000 чем-то там, да. Топ 20%. Ну нет, скорее топ 50, наверное, процентов там. Давай просто наберу первую половину. Ну да, первой половине точно, да. Но у меня типа вот 2028 из 6. Кстати, это неплохо. Это еще из 2228 из 6102. Это неплохо. Это даже не 50%, это, ну, реально процентов 20. Вообще странно. Примерно. Ну, может быть. Мне то тепло, то очень холодно. Тебя согревают люди вокруг. Да. Ну, из Назили потеряли. Там один парень прокололся, они вдвоем остались, но в районе дорогу знали. А это оригинальные очки у тебя на тебе? Конечно. Блин, я вот считаю. Не Али. Альба. Она, кстати, в Москве продавалась. Попробуй. Я ее брал, потому что их в Москве нет, а потом оказалось, что они в Москве появились. Это этот, как его называется? Ну. Интересный. Фотохром? Да, фотохром. У них разные рамка, линзы. Рамка... Да нет, рамка прикольная. Спасибо. Они вроде продаются в этих еще. А, у них они у нас регулируются. Я фото, чтобы ты видел. Скинь в чатик или ко мне скинь. Главное, чтобы зеркальце крепилось. Я на улицу, когда выезжал на Бромтоне, это прям так, я думал, просто после станка обычно ты такой на велик садишься, и тебя как бы ведет, да. А тут я что-то выехал, такой сразу выехал, по-нормально все. А внутрь-то не будут, наверное. Мы внутрь не идем. Че у вас? Олег, как пробежал? 24 минуты где-то с чем-то. Но я думаю, что если что мне... Там, полумарафон? 5 километров всего. Полумарафон за 24 минуты пробежать невозможно. Ну, так, такой забег, кстати, привет. Вот, ну там вначале я упирался, я каждый раз делаю ошибку, беру кластер очень медленный. Да, есть две ошибки, которые я делаю каждый раз. Я беру медленный кластер, я встаю в середину этого кластера и потом на начало вот так вот, ну пройдите, да дайте мне это, дайте мне сюда, там через газоны, там знаешь, со всех сторон мы оббегаем вот так. Там еще, знаешь, там еще было очень много этих рекламных людей, типа со всяких компаний в майках, типа там наш кофе, там вот это вот там компании, ну, какие-то да. Building, и они, понимаешь, видимо, типа думают, что надо же это. Где это ж как. Я их и не видел. А? Я их не видел что-то. Ты, видимо, был в слишком высоком кластере. Короче. Я в C бежал. Ну, короче, они, скорее всего, в D брали. И это выглядело как? То есть они в D. Или там в D, или в E, да? Ну, как бы кластеры, ну, на 20, 25, 30 минут, как бы, да. Но, то есть мы как бы стартовали, а они бегут вот так. Совсем медленно, вот так вот, вообще вот так вот, как идут. И они, то есть нам просто, вот они ищут толпой вот так все, их не обижишь никак, они просто вот все скучковались, слиплись вот так вот. И они вот очень медленно. Да. Я вообще что-то первый километр, смотри, 3.40 иду. Как 3.40. Теперь? Я в конце бежал 3.40. Я там что-то быстро. А сколько у тебя вышло в итоге? Ну, 20 минут, 3 секунды, что-то. Офигеть.